Так, медленно столица в Лондон кочует. Медленно. Повторите еще раз. Английский номер, который был у нас в репертуаре, мы вам исполнили. Молодец, Катюша. Молодчина. На самом деле она очень долго не говорила. Она сейчас даже ходит в благотворительскую группу. Папа ребенка видит перед сном, чтобы поцеловать его перед тем, как он да. Чтобы спокойно спал. Да, и утром отводит в садик. На этом все заканчивается. Так, так любовь крепче. И успешно. Датчик им добро. Там. Еще она выбегает ко мне навстречу, когда я захожу в дверь, там в 8:30 обнимает колени, стоит прижавшись к штанам. У меня все течет, просто буквально от отсюда, понимаешь? Мне очень хорошо в этот момент, да? Как бы я чувствую себя отцом. Ну, дальше этого особо отцовства не будет. А потом отпуск. Идет следующее утро. Ну, как-то вот так. У нас с Редрихом... Ну вообще, он же там где-то жил. Более того, мы считали, вы же не были, когда мы в школе были. Нет, вы встречали. Послушайте, но все это лежит в интернете, вы можете посмотреть это интервью с Кармазой в Ютубе. Я всем молю перебери. Дальше по домам организовывали классы. Вот одна группа, там у нас, наши все жили вот на этой стороне. Весь наш класс практически жил на этой стороне. Ну там три человека, мы с тобой уже посчитали, три человека. Классы переходили в шайки. Школа на дворе, да? На два квартала, одна единственная, да? Русская была, на два квартала. Кстати, Олежка, как ты тебя... Тут самое главное монология, потому что музыку подходит. Именно так. Но это диалог был, Юра. 100%. Это был не монолог. Нет, сейчас очень много прикольного, да, вот как бы. Ой. Мы что-то стоим на кухне, я подкалываю Марину, типа там, да, что там, бабушка уже, да, все на себя, ты дедушка. Катя, что ты тусуешься между нами, да. А ведь это правда. Потом как-то так замирает. Я тютер. Дети. Тёха, а как мы в детстве говорили? А ну давай спикинцы, пока тёханцы с дяханцы не пришли, спикинцы не затырили и канды их быстренько забабахаем. Это наш жаргон был. Она сейчас из Кумна нахуй по путеям, это что же из детства? Открою вам секрет. Через пару недель после нашей встречи выпускников в школе мы собрались у меня. Да, особенно... Я показал шпионскую запись на гидропарке совершенно уникального старика. Я обещал продолжение прислать. Я скрывал, скрытой камерой снимал. Вы знаете... Я. Навион. Поединок. Наш год очень артистичный. Вот каждый из нас, вот посмотреть вот так в душе, вот, может, кто на сцене, кто в жизни играет эти роли. Каждый из нас в душе просто клоун. Юра, это слово только-только хотело сорваться с моих уст. Да все мы, получается, орликины. Когда вот военрук, как его там погонял? Николай Иванович. Как же его звали, блин? Миклопан Иванович. Миклопан Парепан. А вот то, что вот носочек.